Значит, очень часто спрашивают, вот те, кто вложили деньги в Skyway, когда получат, скажем так, обратную связь, когда получат свои дивиденды, скажем так? Какой Опять самый лучший ответ на этот вопрос? же, этот вопрос не по адресу. Перед вами выступает сейчас инженер Юницкий. You're asking a wrong person. He's engineer. Engineer Yunitsky Поэтому is я speaking to you. отвечу не как бизнесмен, а как инженер. He is not a businessman. He's first of all engineer. Самый прибыльный проект, куда вкладываются инвесторы, это экотехнопарк. The most profitable project so far is the ecotechnopark where you are now. Просто многие инвесторы этого не понимают. But very many investors do not understand it. Они говорят, давайте какой-то адресный проект сделаем. Сделаем адресный проект. They say, let's realize some targeted project. Допустим, Лондон-Париж. For example, the road London-Paris. Правда, 20 лет будем продавать билеты, не меньше 100 миллионов штук. But it will take us 20 years to sell all the necessary tickets, not less than 100 million pieces. Чтобы потом получать какой-то доход. In order to generate some income afterwards. Поэтому вложение в адресный проект это долгоиграющее вложение. That is why investments in targeted projects are long term. А теперь представьте вложение в экотехнопарк. And now just imagine investments in the ecotechnopark. Сюда вложено немного денег на самом деле. Я говорил сегодня. It's not a lot of money that you see invested here. И вот приезжают заказчики. Customers come. Говорят, ну круто. They come and say, wow. Нам нравится. It's cool, we like it. Давайте у нас строить. Let's build the same in our place. Подписываем контракт. We sign the contract. Нет проблем, давайте подписываем. No problem, let's sign. Платите авансовый платеж. So down payment is welcome. 10%. 10% of total cost. От миллиарда это 100 миллионов долларов. It's 100 million dollars from 1 billion. И мы окупаем это за один день. And it pays а не за 20 лет. In one day and not in 20 years. Так этот процесс пошел. So the Вы просто это не видите. Starts. The process is already Я же говорил об этом also, you don't сегодня. See it. He has И то, что криптовалюта, это уже пошла та отдача. And то, что обратный выкуп там и так токены, это уже пошел процесс получения дивидендов. Of which, Anatoly has spoken today. Уже it все работает. The beginning of the dividends returning to the investors. А если мы вложили там, допустим, те же 50 миллионов долларов в какой-то адресный проект, if we had invested, say, 50 million dollars то мы бы, во-первых, не построили, у нас бы не было базы, у нас не было проектировщиков, конструкторов, у нас бы ничего не было. И заказчик бы сказал, как вы можете построить, у вас ничего нет. И говорит, да не надо нам ваш проект, и отказали бы. Поэтому я выбрал единственный правильный путь. That is why Anatoly has chosen the only вот right то, way of doing it. И это самый прибыльный проект. Так вот еще более прибыльный проект появится в Эмиратах сейчас. But there will be, который уже projects. Сегодня начинает окупаться. Я говорю, нам дали землю, у нее стоимость 750 миллионов долларов. Так это же инвестиция, нам подарили эти деньги. There will be projects even more profitable than the Ecotechnopark. Это вот это срабатывает, вот это все сработает. Ваше вложение вот сюда. Million dollars in the United Arab Emirates. You haven't understood it. It's the income. It's the income which belongs to all the participants of the project. It was already said today.